19 октября в России отмечается День гимназиста и лицеиста. Именно 19 октября 1811 года открылся знаменитый императорский царско-сельский лицей. Академическая гимназия имени Максимовича Тверского государственного университета традиционно проводит большой праздник для своих воспитанников и преподавателей. В этом году он вновь состоялся в бизнес-центре «Тверь». Уже в 10-й раз Академическая гимназия имени Максимовича устраивает такое торжество. За эти годы оно уже стало доброй традицией. При этом существенно выросли масштабы, да и значение образовательного учреждения, ставшего неотъемлемой частью структуры ТВГУ. За эти годы почти 40 раз увеличилось число людей, которые принимают участие в нашем празднике. И это здорово. Праздник этот является главным нашим корпоративным праздником. Наша гимназия является олицетворением идеи великого Ломоносова, который когда-то сказал, что университет без гимназии, что дерево без семян. Я рад, что у нашего университета хорошие семена. Помимо традиционных поздравлений и передачи памятных подарков, важнейшей частью праздника является вручение удостоверения гимназистов. В этот день их получили 106 человек. Александр Бородулин – один из тех счастливцев, кто получил почетное удостоверение. Впереди у него 11-й решающий класс. Молодой человек не сомневается, что именно учеба в Академической гимназии Тверского госуниверситета поможет ему поступить в ВУЗ. Для меня честь учиться в такой гимназии. Очень круто то, что я попал в эту гимназию. Мне очень нравится здесь. Тут высокий уровень преподавания и отличная подготовка к экзаменам. Я буду поступать либо на юридический, либо на факультет продюсера. О высоком уровне образования в гимназии говорит и высокий процент отличников в прошлом году, отметила проректор ТВГУ Наталья Сердитова, пожелавшая ученикам улучшить результат своих предшественников. Выпускников в прошлом году было 69, из них 30% получили красные аттестаты и золотые медали. В этом году у нас здесь сидящих в зале 106 одиннадцатиклассников. Я желаю вам побить рекорд. Традиционный осенний праздник отгремел. Уже в среду эти парни и девушки снова вернутся в аудитории, дабы на деле доказать, что они действительно достойны высокого звания гимназиста.